Всем привет! Сегодня у нас обзор на электрический мопед Лима. Они у нас есть в двух цветах. Это такой синий цвет и брутально черный. Стоимость этих мопедов в районе 90 тысяч рублей. Двигатель, силовая установка здесь стоит на 800 ватт. И запас хода на одном заряде 70-80 километров. Ну что ж, вы посмотрели внешний вид мопедов, а сейчас мы пройдемся по некоторым техническим деталям. Начнем с переднего колеса. Итак, размер переднего колеса 2,75 на 10 дюймов. С виду небольшое колесо, но вот я сейчас проехал, то есть провел некий тест-драйв, и меня вполне они устраивают. Передние тормоза у нас барабанного типа, очень хорошо держат, никаких нареканий на них нет. Вилка, как мы видим, у нас телескопическая. Давайте сразу продемонстрирую, как она работает. То есть, как мы видим, очень неплохо работает и есть нормальный такой запас хода. Я сейчас проехался по ухабистой такой местности, дороге, и эта передняя вилка меня вполне устраивает. Даже на некоторых скутерах я ездил, ее на кочках пробивают. У этого мопеда она хорошо держит. По грузовым отсекам, это у нас передняя корзинка, здесь у нас зарядное устройство. Вот такое в 220 тыкаете, и мопед заряжается. Сразу покажу розетку для зарядки аккумуляторов. Здесь такой неплохой аксессуар. Это у нас дождевик фирменный Лима. Как говорится, мелочь, а приятно. Далее. По грузовым емкостям здесь спереди идет вот такая емкость, достаточно глубокая. Здесь у нас располагаются педали, которые прикручиваются сюда, но я думаю, что они вам не нужны. Ну и, конечно же, здесь у нас сидит пассажир, вот для него подножки, но это какой-то должен быть маленький ваш пассажир, а в принципе многие размещают здесь дополнительный груз. Плюс к этому вы также можете ставить сюда какой-то груз поклажу, вплоть до картошки. Ну, пользуясь случаем, мы сейчас посмотрим емкость, где у нас располагаются батареи. Как мы видим, здесь 5 аккумуляторов марки Chilvi. Они 12-вольтовые. Соответственно, 12 умножим на 5 будет 60 вольт. 20 ампер часов. Еще раз, время полной зарядки где-то 6-8 часов. Аккумуляторы свинцово-кислотные. Они у нас также есть в продаже. Их код 48505. Стоимость одного аккумулятора 6300 рублей. Ну и, пользуясь случаем, все-таки я бы провел дополнительную гидроизоляцию этого аккумуляторного отсека. То есть снизу бы закрыл какой-то пластиной, а сверху, чтобы, допустим, дождь не попадал, здесь промазал герметиком,
чтобы вот эта крышка была плотно и герметично стояла. Здесь у нас располагается ВИН-номер, он закрывается пластиковой заглушкой, она у нас тут в комплекте есть. Переходим к органам управления. Идем с левой стороны. Это у нас рычаг заднего тормоза. Далее здесь у нас включаются фары. Это у нас поворотники. Это у нас звуковой сигнал. С правой стороны рычаг переднего тормоза. Это у нас кнопка переключения псевдопередач и кнопка старт-стоп двигателя. Сейчас я продемонстрирую, как у нас работает панель приборов. Вот здесь у нас уровень зарядки, это одометр, это у нас спидометр и показывает, что у нас включен свет. Вот я выключил. Далее нажимаем на кнопку старт-стоп двигателя и поворачиваем рукоятку газа. Вот, до 13 км в час мы разогнались. Нажимаем на переключение передач. Начинаем ехать быстрее. Включаем третью скорость. И вот у нас стоит ограничение по скорости 25 км в час. К сожалению, на этой панели приборов не отображается включенная передача. Было бы неплохо, чтобы это было здесь. Что ж, если вас не устраивает такая скорость мопеда, вы можете перепрограммировать, не обращаясь ни в какую мастерскую. Это делается вот так. Поворачиваем ручку газа, нажимаем передний тормоз, включаем зажигание и отсчитываем 15 секунд. Перепрограммировали. Теперь включаем снова зажигание, кнопку старт двигателя и поворачиваем рукоятку газа. И мы видим, что на первой передаче мы уже разогнались до 25 км в час. Переключаем передачу. На второй 33. Включаем третью. И скорость у нас 41 км в час. Это реальная скорость. Если вы захотели обратно перепрограммировать, то та же самая последовательность. Выключаете зажигание, поворачиваете рукоятку газа, нажимаете на передний тормоз, включаете зажигание, отсчитываете 15 секунд. Отсчитали 15 секунд. Также выключаем зажигание. Прозвучит такой звуковой сигнал. Снова включаем, нажимаем кнопку старт-стоп двигателя. И все, у нас мопед снова становится тихоходным. Вот вторая передача до 19 км в час. И третья 25 км в час. Вот такие нехитрые манипуляции. Переходим к водительскому сиденью. Оно хоть и небольшое такое, но вполне мягкое и комфортная. Заднее колесо у нас имеет такой же размер, как и спереди, 2,75 на 10, поэтому если покрышка износилась, вы можете ее перекинуть вперед. Задние амортизаторы хоть и такие небольшие, но имеют прогрессивную навивку пружины и очень хорошо себя ведут, что по асфальту, что по бездорожью. Мне очень понравилось. Сейчас я продемонстрирую его работу. То есть вполне такие жесткие, но комфортные. Как я уже говорил, здесь есть пассажирские подножки и водительские точно такие же. Кроме этого, есть боковая подставка и центральная. Что касается фары. Здесь у нас такой глаз горит. Это дневные ходовые огни. Если наступила ночь, вы, соответственно, включаете вот такую фару, линзованную, светодиодную.
Что касается заднего фонаря, вот мы включаем свет, и он горит. Считаю, что есть такой недостаток, когда вы нажимаете на тормоз, у вас стоп-сигнал не горит. В принципе, можно заморочиться и самому подключить. Так, теперь показываю, как я смотрюсь на нем. Мой рост 1,67 м, вес 70 кг. Мне он вполне подходит. Я думаю, и более высоким людям он также будет комфортен. Вот, в принципе, все, что я хотел рассказать о мопедах Лима стоимостью примерно 90 тысяч рублей. Ну что ж, будем прощаться. Я думаю, что ассортимент электрической техники у нас только будет расти. Это наше настоящее, наше будущее. Мы должны привыкать к этому, осваивать электрическую технику. Вот я, допустим, езжу на работу, и мне попадается на дороге, ну, такой мужичок, наверное, лет 60, ездит на данном мопеде. То есть, в принципе, население осваивает электрическую технику. Вот нам с этим жить. Всем пока, до новых встреч!